Поздравляю с победой. Спасибо. Поделись эмоциями. Ну, нормально, спокойно себя чувствую. Даже спокойнее, чем перед боем. Все получилось хорошо, рад результатом. Ну, все. Не сильно эмоционально. Пока что. Во втором раунде Арман тебя достаточно сильно потряс. Было каким ударом? 35-м. Не, серьезно. Ну, обратили внимание. Правым, левым? Очень сильно за тебя переживали, поэтому эмоции зашкаливали. Вопрос в чем? Вопрос в том, что было ощущение, что не дотянешь до конца боя? Да, ну не было. Была идея пойти побороться в тот момент. Вот, но достаточно быстро в себя пришел. Поэтому нормально. А спонсор данного выпуска – наши друзья из 1xBet, ведь там самые высокие коэффициенты, а также самые быстрые выплаты. Все ссылки вы найдете в описании и в закрепленном комментарии. А по промокоду BSNEWS новые пользователи получат до 100% бонуса при первом депозите. А план на бой какой был? Вообще, по идее, первый раунд планировался его поджимать клетки ближе и по возможности поджать клетки, чтобы подзатек, чтобы скорость подупала. То есть встречать его, ну и потихо поджимать, не кидаясь. Но в первом раунде так не получилось, достаточно хорошо двигался. И одиночными ударами как бы прикармливали его, чтобы он не реагировал на серию дальше, в дальнейшем. То есть он к одиночным ударам уже стал реагировать на них. То есть уже на повторные атаки уже для него было сложнее. То есть уже стал пропускать. В том раунде, в принципе, так и получилось. Слышал поддержку? Конечно, поддержку? Да. Ну, конечно, слышал. А то, что его поддерживали, не давило? Нет. А что вот первое в голову пришло, вот первая мысль, когда вот он потряс, когда вы начали плыть, вот первая мысль в голове какая была? Как... А я думал бороться пойду сейчас, думал побежит, думал бороться. То есть не было такого, что ни хрена себе? Нет, Арман тяжело бьет, в том бою было тяжело, в предыдущем бою было тяжело. Часто бывает так в боях на самом деле, то есть многие даже моменты зрители не увидят. Но часто бывает, когда какой-то удар будет даже, кажется, незначительно потрясает. Так что нормально. А с кем планируешь дальше подраться? С кем? Да. Да, в принципе, у нас реестр сейчас 66 килограмм, такой достаточно мощный. Ну, вообще, с кем-то с иностранцем хотел бы подраться. Так что, в принципе, всех я там знаю впереди, кто у нас. Хотел бы, наверное, с иностранцем с кем-нибудь провести. Было бы просто интересно. Кто-то конкретный, может, есть? Конкретный? Да. Ну, есть бразилец, как его зовут, который с Романом дрался, выиграл вот предыдущий. Нормально. Дрался уже с Янусовым. Как его зовут? Сильва, по-моему. Машин как-то там. Ну, Роман Аспанов задушил, который в Алмате, помните? Треугольником. Короче, есть бразил один, он мне там в Инстаграме написывает. Да, вот. Я, возможно, бы вот с ним бы хотел подраться, потому что он хорошо борется. Было бы интересно с ним бой провести. Поддерживаешь стремление Александра избавить Россию от алкоголя? Ну, сам не употребляю и поддерживаю, конечно, эту идею. Это я считаю правильно. Вот, Александр же, как можно больше, это на молодежь, кстати, на детей, на молодежь. То есть, я так понимаю, взрослых людей намного сложнее, а своим примером показывает молодежи, детям, вот чем он занимается. Как думаешь, четвертый бой будет актуален? Четвертый бой? Да. Четвертый бой, если будет в Алмате, в Казахстане, главный бой вечера, только если. Согласен. Еще раз поздравляю. Спасибо. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.